я вообще люблю ощущать адреналин, чувство адреналина. И очень хочу в дальнейшем осуществить прыжки с парашютов, с тарзанок и почувствовать, взять от жизни все. Просто сейчас опасно рисковать во время тренировок, потому что любой прыжок может быть не совсем удачным, а спортивная карьера сейчас стоит на главном месте. Поэтому я себе уже присматриваю цели на будущее. Конечно, у меня в планах и серфинг, и сноуборд, и прыжки с парашютом. Единственное, вот надо накопить денег и потом найти время, возможно, найти соучастников, которые бы поддержали меня. Ну, даже если не поддержат, то я в любом случае хочу совершить и взять все, потому что жизнь она одна, и надо от нее брать все, получать кайф и рисковать. Ну вот я этим летом прыгнула с тарзанки в Сочи. Это, конечно, очень большие эмоции, непередаваемые ощущения, но все равно не хватает. Мало. Очень хочется большего. Вот. А, ну, это только мой первый такой. Поэтому я не собираюсь на этом останавливаться. И потом, конечно, у меня еще планов много.